Рио-де-Жанейро подготовил к открытию самый большой аквариум в Латинской Америке. Он разместился на 6 этажах бывшего склада в портовом районе города. Общая площадь – 22 тысячи квадратных метров, глубина – до 7 метров. Пока сюда пустили ограниченное число посетителей. Официальное открытие намечено на 9 ноября. Мы побывали в туннеле. Казалось, как будто плаваем среди рыб в океане. Очень здорово, что такое есть здесь, в моем Рио. Буду приходить сюда часто. Аквариум вместил 8 тысяч морских обитателей 350 видов. Посетители даже смогут поплавать среди акул. Впрочем, миссия у нового аквариума далеко не только развлекательная. Дирекция тесно сотрудничает с местным центром исследования морской биологии. Здесь планируют запустить ряд программ по разведению. В загрязненном заливе Гуанабара будут вылавливать рыбу видов, находящихся под угрозой исчезновения. В аквариуме ученые будут наблюдать за ней и воспроизводить ее численность. Думаю, Рио-де-Жанейро заслуживает такого аквариума. Кроме того, у нас есть возможность проводить исследования. Имеется оборудование для биологов. Строительство аквариума финансировалось полностью из частных источников и обошлось почти в 30 миллионов долларов. Входной билет будет стоить $13. Школьники смогут бывать здесь бесплатно.